Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу поздравить канал Богдан Let's Play. Он снимает видосики по маджингу на первом сервере, также снимает МТА и другие игры. Всем советую, ссылочку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь, давайте поможем ему набрать 700 подписчиков. И всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Маджинг Роли Плей, первый сервер. Муник здесь Кирилл Красава, и сегодня у нас будут, возможно, покатушки, и я хочу получить номера, наконец-то, на Мустанг. Я думаю, сейчас мы этим и займемся, сейчас объедем, не будем нарушить правила. Давно не было мазинг вообще, серийки давно не выходили. Просто, пацаны, не было возможности записать. Ну и вот, наконец-то, появилась эта возможность. Сейчас записываю новую серию по мазингу. Так, мусора стоят, давайте развернемся. Надеюсь, хоть сегодня мы получим номера, потому что я пытался получить номера, даже серию снимал. Но в итоге ни хрена не получилось. И да. Снова никого нету. Прикольно, просто прикольно. Просто реально прикольно. Что-то еще там мусора эти стоят, ФСБшники, блядь. Просто замечательно, да. Просто замечательно. Хрен номера, короче, получишь, называется. Блядь, сколько можно уже? Сейчас почти 3 часа дня по МСК. Бля, постоянно приезжаешь и хуй ты номера получишь. Ну бесит, пиздец. Это один раз не повезло, когда на Lexus номера получал. И все. Да. На Audi я, по-моему, сам ставил. Ну да, я сам ставил номера, я там не получал никаких номеров, по-моему. Если я не ошибаюсь. Не получил номера, я сразу блаты поставил. Ну ладно, поехали на базу съездим. Кстати, кто не в курсе, я уже капитан. Капитан, капитан. Улыбнитесь, знаете эту песню, там все дела. Бля, боком на нем нормально ездить, конечно, блин, но у него тормозов нема вообще. Вообще нету тормозов, и реально это напрягает. Кстати, вот, ММ, давайте попишу статистика. Вот, я капитан, у меня выговор. Это выговор у меня, еще когда только вступил, чувак не подписчик, у меня стоял, по телефону звонил, и за то, что я разговаривал по телефону в строю, мне дали выговор, короче. Да, ПГшники, конечно, блядь, мастера разворачиваются, блядь. По такой узкой дороге, блядь, где все ездят, конечно, это, блядь, охуенно. Блин, я два дня ничего не записывал примерно и немного разучился, поэтому сильно там меня не ругайте. Потому что, да, все-таки я каждый день же снимал раньше, но... А тут два дня не снимал, вроде бы как, может, и три дня, я не помню. И вот, понимаете, все дела там, разучился немножко. Поддержите лайками мазинг, пацаны, потому что вы знаете, и я знаю, что вы любите очень на мазинг. Сейчас пойдем на базу, посмотрим, что там, потому что я там не был давненько, да. Сейчас доедем. Кстати, на мустанге я редко езжу, блин, я вообще думал продать сначала. Потом, блядь, что-то подумал-то не надо. Короче, пусть будет пока что. Я хочу накопить себе либо на Лансер. На Лансер, либо на Е63 вообще, АМГ накопить. На Е63, блин, это труднее будет накопить. А вот на Лансер вполне себе возможно. Потому что, блин, Лансер, по идее, едет так само вроде бы как. И он четырехместный. И он красивее, как по мне, чем Мустанг. Поэтому я бы лучше бы Лансер взял. У меня есть 275 тысяч. Мне подписчик подогнал, по-моему, 200 тысяч. Большое ему за это спасибо. Честно, ник его не помню. Он в нашей ВЧ, потому что это давно было, я тогда не записывал. Но если ты помнишь себя, чувак, то тебе большое спасибо, если ты это смотришь. Так, давайте доедем все-таки до базы. Заедем. Ну, блин, ну, может там что-то мне... Знаете, блин, когда он стоит, я думаю его продать. Когда на нем катаюсь, блин, вроде бы нормальная тачка, блин, можно покататься. Потом передумаю продавать. Короче, такое двоякое ощущение от данной машины. Кое-что там, блядь. Да, по полям, давайте, молодцы, блядь. ЕПП, блядь, рулит, сука. Так, давайте дождемся зеленый сигнал светофора. Так, в чате там вроде ничего такого не пишет. Все, зеленый, поехали. Кстати, Мустанг, он полноприводный. И это мне нравится. Можно будет на оффроуд поехать, конечно, на Мустанге. Блядь, на оффроуд, на Мустанге, блин, чё?
Ну да, пацаны, на Мустанге, на оффроуд, короче. Такое дело. Чё, блядь? Чё ты, кого ты стреляешь, блядь? Сука, стрельну, блядь, сука, блядь, яйцо отлетит нахуй твое. Думаешь, если я ворота открываю, блядь, кто это может быть, если ты ворота открываешь? Мне интересно, блядь. Баба Люся какая-то, блядь, за патронами приехала. Так, я зашел в казарму, пацаны. И здесь никого нет. Такую экскурсию покажу. Вот казарма. О, есть чувак здесь появился один. Прикольненько. Вот здесь такие двухъярусные кровати, все дела. Тут у нас раздевалочка. Но знаете, что меня удивило? Тут параши нету. Куда ходить, блядь? За здание, что ли? Здесь, типа, должны сидеть дежурные, типа, там... и так далее. Но этого здесь не происходит, ну и, наверное, не надо. Так, здесь у нас что, забор? Блять, нахуй тут забор, мне интересно. Там же забор есть. Ладно, давайте в тир зайдем, посмотрим. Можно будет в тир сейчас пушку взять, на туре в тир пойти пострелять. Так, вот тут Владимир, Путбуль. Именно Путбуль или Питбуль. Давайте с ним поздороваемся. Хай 19. Сейчас тоже придем, наверное, постреляем в тире, в принципе. Почему бы и нет? Так, давайте, пацаны, качайте скиллы, красавчики. Я вас верю. Я спизжу Васик, потому что пешком я ебал бежать. Идеальное преступление просто, идеальное. Блять. Сука. Только я так мог ехать. Я просто отвлекся в чат, смотри, там написано. Какая-то хуйня там написана, короче. Так, там что у нас? Ух ты, бля, ёбаный в рот. Мак и гун. Пацаны, ебать, что за хуйня, ебать? Что за хуйня? Что за хуйня, пацаны, 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 что за хуйня, пацаны? Пацаны, пацаны, ебать. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Что там юзаешь, сука? Что там юзаешь, а? Что там юзаешь, сука? На. Вообще, блядь, папка приехал, сука, на ВЧ, блядь. Вы чё, охуели, блядь? Пидорасы, блядь. Давай, 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 братиня, давай. Давай, давай. Давай, я в тебя верю. Пошел нахуй, пидор. Вот ублюдище, сука. Юзают, а не нарко, блядь. Ты, сука, ёбаная. Надо залекаться, блядь. Надо чем-то залекаться. У меня нечем лекаться, сука. Хуёво. Ладно, пойдем на прорыв, блядь. Похую вообще. Ууу, Багаюс, ёбаный ты пхуй. Хуй тебя иди, блядь, брат. О, тебя убили, сука. Правильно, блядь. Сука, маэстро, блин, вы охуели в натуре. Я знаю, блин, не помню, как его ник зовут. Ну ладно. Я помню, маэстро был этот, как его. Блядь, забыл его ник. Тоже есть маэстро, короче. Он владеет аптекой в Батырево. Я не знаю, он там из них был. Может, они меня не узнали, в принципе. Так какая разница, блин, нехуй было стреляться. Я одного убил, второго тоже мог убить, но они нарко юзали просто. Папочка приехал на ВЧ, блядь. Видите, блядь, как быстро все разрулил. Не, ну второго я не смог убить, потому что у меня ХП, блядь. Хуёво было. А он что-то, блядь, как-то юзает, непонятно. Потом багаюзил с тачки. Ну, короче, как-то так. Погнали, я вылечусь немножко. В эту спущусь больку. Чтобы было все прям чеки-пуки. И поедем на Мустанге катнем. Так, давайте покушаем. Потому что надо пожрать. Бля, братан, что ты, блядь, встал, сука? Съебись. Дай мне макароны с котлетой поесть. Конечно, блядь, невелика, блядь, шкала теперь у меня, но все же. Хоть что-то. Хоть что-то больше. Может, сейчас кто-то еще что-ли пришел? Просто там что-то писали. Сколько человек? Да ща выебим, ебать, не ссыте в компот. Ну, это не точно, конечно. Я просто еще, блин, не играл 2 дня, понимаете? Поэтому... На Радмире я, кстати, хайрошу там хуяри сделал тоже. И поэтому... Заебись. Мы 2 убили, там... Потом подкрепление, человек 3 пришло. Ща разберемся, если меня сыпут, конечно, по бурику. Ща разберемся, нахуй. Кто там, блядь, и шо, нахуй? Там они на склад зашли уже? Не, никого нету. Чё они тогда пиздят? Чё вы тогда пиздите?
Так, ну 200 патронов у меня есть, ладно, хуй с ним. То нельзя, по-моему, пиздить патроны у нас. Ну, именно нам брать нельзя. Да выйди ты, ёпту, налево. Курва, бля. Так, тут-то я никого не вижу, блин. Ну ладно, давайте я бобик возьму. Точнее, УАЗик. Бля, я себе купил такой УАЗик. Он, кстати, бодренький, он с чем-то едет, блядь. Он едет быстрее, чем моя Ауди, понимаете? Давайте напишем QQ. Ух ты, ёбаный ты петушок, блядь. Иди сюда. Погнали, выебим эту суку. Давай, выебим его. Иди сюда, блядь. О, читы, пацаны, читы. Читы, ебать. Пизда тебе. Он читер. Он читер, пацаны. Давайте я даже тайм сделаю. Ох, ублюдок, сука. Он офнулся. То был читер. Я все снял. Так, то был читак, короче. Вы сами видели, как он хп пополнил? Кстати, это уже не первый читер, какой здесь читами юзает. Просто дебил, реально. Не знаю, жалобу кинули, не кинули. Можете просто вырезать этот момент с этого видео и кинуть вы жалобу на него, чтобы его за читы забанили. В принципе. Ну, а мы погнали к мустангу. Так, все, мы выехали. Давайте в столовую заедем, пожрем. Потому что нужно пожрать. Это не дело, но нужно пожрать. Так, сюда заруливаем вот так вот. Тормоза у нас, конечно, вообще хреновые. Вот, по-моему, этот маэстро, какого я знаю. Он был девяткой в русской мафии. Да, москит, москит. Я не знаю, он там был или нет, я просто не помню. Но ж вроде бы был. Ну, ладно. Блять, ну как всегда, не товаров. Кыш отсюда. Садись. Давайте подкинем рыжика, блядь. Охую. Так. Подкинем рыжла на этого. И будет все заебись. Нет же, что, чувак, все равно, блин. Не знаю, мне не трудно подвозить, я на всех силах подвожу людей, поэтому мне не трудно, если просит. Бля, ну хуярит он нормально, не спорю. Вот тормоза, смотрите, просто тормозной путь, какой вы видите. Вот в чем проблема его. А так тачка охуенная. Ну, внешне она мне не очень нравится, честно скажу вам. Вот морда вообще какая-то, знаете, фарки то блюзки просто, блин. А, бомбит от них просто. Но именно как она валит, мне она нравится. И то, что это полный привод. Вообще-то целика, как вы знаете, в принципе. У меня она была когда-то оранжевая такая целика. У меня была еще, блин, до ГО. До ГО еще была. Поэтому, блин, мне эта тачка знакома, но давно я на ней не ездил. Тут подвеска какая-то, знаете, мягенькая. Он, когда на нем стартуешь, как на СВА, у него такая жопа отпускается, вот так вот и все. Даже видите, как сейчас у него немного попка опущена. Да, ну понятно, никто не мог, блядь, привезти, сука, блядь, патроны нахуй, чтобы мне зарплату дали. Молодцы, блин. Я просто зашел поздно, я бы привез патроны. Но я поздно зашел в игру, и, по-моему, даже Уралов не было. Поэтому, блядь, пиздец. Ну, серьезно, блин. Ну, можно собраться там, блядь, привезти патроны. Один отвезет в ДПС, другой в ФПС, и все. Это так бесит, что зарплаты, пацаны, нету. Так. Давайте отыграем. Мне открыло окно. Открыл. Мы передал паспорт человеку в окно. Просто быстренько отыграем. Пас 366. Вот тебе. Мой паспорт, блядь. Я тебе бесит меня, пожалуйста. Тебе еще показать. Кому? Все. Погнали дальше. Так, вот сюда ему нужно было. Блять, вот это я въебался, конечно. Молодец. Ох, я молодец. Я думаю, в принципе, это можно закончить, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror.
said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, cause I was from the city. She was